Приморье завершилась историческая экспедиция по следам Владимира Клавдиевича Арсеньева. Команда, в составе которой художник и путешественник Федор Конюхов, прошла по историческим маршрутам, проложенным Арсеньевым. В Кавалерово Федор Конюхов оставил автограф с пожеланием успехов на стене строящегося административного здания учреждения «Приморское лесничество». Новая контора строится с августа этого года. Работы близятся к завершению. Напомним, участники прошли на лошадях 500 километров за 11 дней и прибыли в конечную точку маршрута – поселок Кавалерово, неподалеку от места первой встречи Владимира Арсеньева и Дырсу Узала на берегу реки Зеркальной.